Фестиваль «Джазовые сезоны» — это ярчайшее событие года. Во-первых, это уникальное сочетание архитектурного ансамбля и удивительной природы. Во-вторых, дружественная и приятная атмосфера. А самое главное — первоклассные исполнители. Этот современный и яркий фестиваль проходил в течение 2 дней. Собрались музыканты со всего мира. Казалось, что и зрители, и артисты стали одной большой семьей, объединенной звуками джаза. Особо ярким стало выступление известного этно-джазового коллектива «Ван Квартет». Джазмен Ваган Айрапетян темпераментный, как и сама музыка. Артист рассказал, что раньше московская публика ему казалась более академичной, но с каждым годом все больше людей чувствует дух джаза. Как я сюда зашел, я уже такой приятный шок, знаете, шок, но приятный, в позитивный шок. Так могу коротко схарактеризовать это настроение. Фантастика. Я вам говорю, я вот со сцены тоже сказал, здесь, по-моему, на сегодняшний день самая джазовая публика. Особо ценно, что фестиваль проходил именно в Ленинском районе. Музей-заповедник со своей историей и культурным наследием давно нуждался в подобных современных творческих проектах. Фестиваль вдохнет новую жизнь в усадьбу и станет частью новой истории. Здесь так раньше было все уныло, но вот когда начали проводить такие замечательные праздники, здесь наполнилось новой такой хорошей положительной энергетикой. И вот в этом году уже 4-й раз здесь проходят замечательные джазовые фестивали. Игорь Михайлович Бутман сюда приезжает со своими коллективами, дарит нам всем позитивную музыку, хороший заряд. И я уверен, что такая хорошая практика будет продолжаться из года в год. Повышенный интерес к джазовой музыке говорит о том, что в нашей стране его стали не только любить и уважать, но и разбираться в нем. Фестиваль с каждым годом становится интереснее и привлекает больше зрителей. Я наблюдаю внимательно за нашими гостями, за людьми. Вы знаете, вот когда приезжают вот к старым друзьям, уже нет какого-то такого там напряжения, как себя вести. Люди в совершенном комфорте, в совершенной гармонии с собой. Удивительная атмосфера – это, конечно, заслуга создателя фестиваля Игоря Бутмана. Игорь Михайлович почти все время находился среди гостей. Любой желающий мог с легкостью пообщаться с мастером и поблагодарить за праздник. И каждый раз это счастье видеть наших людей. Они умные, они прогрессивные, они творчески настроены, им нравится. Действительно достойные артисты, достойная музыка. Они не скупятся на благодарности и на оценку этих людей. Хлопают, аплодируют, поддерживают. Среди гостей были замечены известные актеры, спортсмены и политические деятели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев – большой ценитель джазовой музыки и почитатель творчества Игоря Бутмана. Очень приятно сегодня встретиться в Подмосковье с любителями джаза, любителями нашей истории, культуры. Очень приятно, что каждый год собирается все больше и больше людей здесь, в музее-заповеднике, в городе Ленинске. Ну и, конечно, сам маэстро Игорь Бутман исполнил для собравшихся соло на саксофоне. И от этих звуков у каждого замирало сердце. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Видное ТВ.